10 баллов третьему месту, скажем так. Не то чтобы можно будет бороться, но попробовать стоит. Бороться, да, всегда нужно до конца, поэтому я думаю. Ван дер Перен. Кевин Ван дер Перен, который отказался от выступления на чемпионате Европы произвольный из-за травмы. Сейчас он вновь выходит на лед и показывает свою программу на чемпионате мира. Вообще, я, конечно, сейчас смотрю действительно на чемпионате мира в мужском одиночном катании. Сумасшедшая борьба, конкуренция. В танцах какие были изменения? Карон Джонс мимо произвольный, Риды мимо произвольный. Там в коротком сколько всего интересного, а тут еще в произвольный много раз все поменяется. 3-3 только. Только, да, только два тройных тулупа. Вот и еще один спортсмен выбывает из борьбы за медали. Райан Лутц. Откровенно говоря, конечно, не важно.